попой. Ребята, снимитесь, пожалуйста. Вы теряли ремарки? Нет. Разумеется, сейчас мы сосредоточим. Именно на тротуаре я ударился головой о ветку дерева. Да, именно на тротуаре меня избила машина. Именно на тротуаре я соскользнул в яму. Там копали трубы, я ехал вдоль траншеи и упал. Тротуар – страшное место. Раз-раз. Сосисочная, закусочная. Я готов. Работаем. Данная серия будет посвящена движению на велосипеде по тротуару, которое по факту нельзя, но иногда можно. Хотя всем пофигу на то, что нельзя, или все думают, что можно. Потому что большинство велосипедов ездит как раз-таки по ней. Короче, тема неоднозначная. Ну, привет. Как мы упоминали в первом вводном выпуске, ссылочка будет в описании, парки, тротуары – твои верные друзья на пути становления тебя как велосипедиста. Однако, ПДД иного мнения. А именно, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по тротуару допускается в следующих случаях. Отсутствуют велосипедные, велопешеходные дорожки, полоса для велосипедистов, либо возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине. То есть тротуар – это последнее место, где ты должна светиться на велосипеде. Вот это поворот! Если ребенок до 7 лет едет с тобой на раме, дополнительном сидении или еще как-нибудь, можно. Если ты сопровождаешь ребенка до 14 лет, можно. Если ты сам ребенок до 14 лет, можно. Но если честно, я бы не хотел видеть на проезжей части и детей 15 лет. Вот ни разу. Собственно, на этих скупых словах мы могли бы остановиться, но не станем. Так как мы прекрасно понимаем, что тротуар для большинства велосипедистов является единственным пригодным местом для передвижения. Потому что на дорогу страшно. Потому что нет знаний ПДД. Потому что погода плохая и на дороге болото. Потому что дождь заливает очки и ехать вслепую опасно. Потому что порой нет никакого смысла выезжать на проезжую часть. По тротуару быстрее, да и спокойнее гораздо. Потому что ты девочка и твой велосипед чисто для прогулочек, ну и так далее. Поэтому рассмотрим движение по тротуару подробно. В условиях нашей суровой действительности, так сказать. Начнем с того, что тротуар не то место, где надо ставить рекорды скорости. Тут едем не спеша. И главное, что стоит помнить, на тротуаре ты гость. Потому что если случится ДТП, то виновным признают, скорее всего, велосипедиста. И вот почему. Велосипед – это транспортное средство. А причинить кому-то ущерб здоровью или имуществу – это наезд на пешехода. И за это может следовать уголовное или административное наказание, в зависимости от тяжести. И не забывайте, что велосипед – штука жесткая, а человек – нет. Поэтому, если едешь по тротуару, то гляди в оба. Едь не спеша и уделяй особое внимание детям. Видишь ребенка – тормози, объезжай. И глаз с него не своди, моргнуть не успеешь, он уже у тебя под колесами. Также в группе риска собачки и длинные поводки. С ними принцип тот же. Увидел их, тормози и обруливай. Согласно ПДД, велосипед должен быть оборудован сигналом. Чаще всего это пресловутый звонок. Однако, помня то, что на тротуаре ты находишься на правах гостя, звонить им на каждого встречного поперечного было бы неправильно. Ну это вообще уже хамство. Звонок на тротуаре скорее является средством дополнительного оповещения, а не сигналом для освобождения пути. И не надо кидать в комменты видео из Японии, где люди по звонку безропотно освобождают дорогу. У нас не Япония. Иногда достаточно вежливо просить дорогу, чем пугать прохожих звонком. Потому что иногда прохожие пугаются и кидаются в разные стороны, хотя необходимости в этом никакой нет. А иногда просто тебя не слышат, потому что их уши заняты наушниками. Иногда по тротуару проехать нет абсолютно никакой возможности. И уже не звонок, невежливость вам не помогут. Например, когда очень плотный поток пешеходов. Или когда откровенно узкие тротуары. В таком случае, единственное верное решение, ну, в отсутствие варианта съехать на проезжую часть, это спешиться и идти, ведя велосипед рядом. Это неудобно. Но если вы кого-нибудь заденете, то будет вполне достаточно просто извиниться, так как в данном случае вы в равном статусе. Пешеходы.
Благо, такой пункт в ПДД тоже есть. 24.6. Давайте разберем камень преткновения всех трех участников движения. Пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Это пешеходный переход. Согласно ПДД, пункт 24.8 велосипедисту запрещается пересекать пешеходный переход, не спешиваясь. Это значит следующее. Едешь по тротуару, соблюдая скорость, осторожно объезжаешь пешеходов, нужно на другую сторону улицы, подъезжаешь к переходу, спешиваешься, смотришь по сторонам, переходишь, едешь дальше. Все, ты молодец. Почему необходимо спешиваться? Чтобы не мешать пешеходам. Потому что зачастую пешеходные переходы не очень широкие, а поток людей достаточно плотный. Ты быстрее пешехода. И на пешеходных переходах без светофора риск быть сбитым гораздо выше. Потому что твое появление для водителя может стать неожиданным, и он не успеет затормозить вовремя. Не стоит считать, что на пешеходном переходе есть защитная аура, которая примет удар машин на себя, если по какой-то причине водитель не успел вовремя остановиться. Вообще-то эти м***ки должны притормаживать перед пешеходкой. Так в ПДД написано. Верно. А ты должен спешиваться. Так в ПДД написано. Кстати, обратимся к ПДД. Раздел обязанностей пешеходов. Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. То же самое касается велосипедиста. Даже на регулируемых переходах не стоит выходить на переход, не убедившись в отсутствии опасности. Ремарочка. Разумеется, сейчас мы не касаемся ситуации, когда правила нарушают автолюбители. Такое происходит, к сожалению, нередко. Мудак – это не национальность, не половая принадлежность, и его не заметишь за 100 метров. Поэтому, невзирая ни на что, надо быть особенно внимательным на пешеходных переходах, вне зависимости, пешеход вы или велосипедист. Собственно, то же самое касается и автолюбителей, так как нарушителей ПДД хватает в лагере пешеходов и велосипедистов. Выводы! Первое. Велосипедист на тротуаре – гость. Второе. Звонок нужен, но пользуйся им с умом. Третье. Нет возможности ехать по тротуару – спешивайся. Четвертое. На пешеходном переходе – спешивайся. И пятое. Напоминаем советы с первой части. Не будь мудаком! Ну, пожалуйста. И на этом все. На этом третья серия закончена. Всем спасибо, кто посмотрел. Будем очень благодарны, если поможете распространить это видео. Ну и, как говорится, лайк, подписка. Бубенцы. Вот это я другого мнения на это. Вот прям почти договорил. Да. Еще раз. Чего там нет никакого... Смысла. Смысла. Прицельцы. Тут... Какие яйца, такие аплодисменты. Двигаться по ним или по правой краю. Ну ты же читать просто должен. Не так-то это легко, знаете ли. Умер бобер, потому что нет... Кто заржал? Он! Иногда проще попросить дать дорогу ртом, чем звонить звонок. Как-то так себе. Потому что... Слушай, давай слово не регулируем, заметь. Тут без светофора. Потому что пиво, потому что водка, потому что бобры, потому что дождь заливает очки, и ехать вслепую опасно. Моргнуть не успеешь, он уже бежит к тебе под колеса. Он уже у тебя под колесами. То же самое касается велосипедистов. Блять! Правила нарушают водители-автолюбители. Глупо прозвучало, да? Это дальше я забыл. Поэтому. Тому тоже. А, поэтому, невзирая на то, пешеходист. Мне не понравилось последнее. Ты знаешь, просто, во-первых, вот это... Кинуть нечем. А ты начинаешь потом головой из кадра выходить.